приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефоны в Самаре 8 902 336 99 11 или 226 65 66, добавочный 304. Требуется помощник руководителя. Отдается предпочтение бывшим работникам морского и речного флота. Зарплата 50 тысяч рублей и выше. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Телефон в Самаре 8 996 735 81 27. Требуются сотрудники или сотрудницы для работы с клиентами и управления персоналом. Карьерный рост. Высокая оплата труда. Телефон в Самаре 990-08-77. Требуется заместитель руководителя отдела. Доход 51 тысяча рублей. Карьера. Телефон в Самаре 243-10-95. Продается дом площадью 100 квадратных метров в селе Каменка Шанталинского района Самарской области. Есть газовое отопление, водоснабжение, свет, надворные постройки, сарай, баня, 40 соток земли приусадебной плюс 21 гектар земель сельхозназначения. Стоимость 1 миллион рублей. Возможен торг. Телефоны 8 939 712 20 28 и 8 937 652 59 50. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 миллион 700 тысяч рублей. Торг уместен. Телефон 8 927 722 91 70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом 74 квадратных метра в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8 937 651 86 26. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333 30 81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227 55 62. ООО «Ареал Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932 22 12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272 37 57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210 230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68.
село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерниятв.ру.